Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный, очень полезный салат для щитовидной железы. Почему? Потому что мы будем готовить из морской капусты, настоящей морской капусты, которую мы не покупали в супермаркете уже с майонезом, там со всеми этими жирами. Просто готовую сухую я купила в интернет-магазине. Не буду делать никакую рекламу, просто покажу, что она имеет сухой вид, морская капуста. Ее нужно немножко просто сварить. Натуральный продукт. Значит, я сюда где-то половину пакетика высыпала на один салат. И еще у меня на один салат осталось. То есть 100 грамм, значит, по 50 грамм на салатик. Много тоже ее не нужно. Но вот посмотрите, она после варки разбухла, стала вот такого вот вида разваристого. Сильно тоже варить ее не нужно. Очень пахнет морем, водорослями. Очень приятный вкус стоит на кухне. Я беру и такую, и длинненькую тоже сухую морскую капусту заказываю. То, что продается в магазинах, в банках, это все не то. Там ничего натурального нет, одни консерванты. А здесь прям пахнет морем, очень вкусно. Вот 50 грамм я засыпала, 50 грамм, посмотрите, сколько много капусты получилось. Как я уже сказала, много ее в салат тоже не нужно. И второй ингредиент для салата – это кальмары. Кальмары я сварила, очистила, и теперь их нужно будет нарезать, как вы любите. Например, я порежу ее кольцами, вы можете кусочками порезать, как угодно. Итак, приступаем. Значит, режем кусочками и укладываем в наш салатик. Теперь немножко посолим салатик и маслом нерафинированное, вот такое вот взяла, подсолнечное нерафинированное, его нужно будет сдобрить для того, чтобы был аромат подсолнечного масла. Ну, хватит. Все, и тщательно салатик нужно перемешать, чтобы капуста с кальмарчиками перемешалась. И было очень вкусно. Кто любит, может добавить сюда чесночку тертого. Но я не хочу. Я хочу вот оставить все в таком натуральном виде. Немножко посолила. Итак, я считаю, что с подсолнечным маслом, морской капустой и кальмарчиками салат получился достаточно сытный, вкусный, аромат капустки. Капустка уже кусочками была, что замечательно. Вот. Про что я говорила, что много ее не надо, целую пачку. Видите, сколько ее много? Она окутала все кальмары, приклеилась к ним. И теперь смазывается маслицем. И вот такая тарелка получилась целая, как гарнир. Буду подавать с гречкой. Приятного аппетита, друзья!